Говорю, нельзя проигрывать. Ходил за кофе, пропустил одну схватку. Категория до 65 килограмм. Все, отлично, идем дальше. Категория 65 продолжает. Группа А, Накум борется за выход. Дальше. Нак уже становился вчера чемпионом среди юниоров. Проиграл Нак. Третья схватка. Проигрывать нельзя. Тамайлы Игорь справа. Действительно, Егор Лекшин слева. Борьба на левой руке. 110 захват. Двигаться ни в коем случае нельзя. Замечание. Вступает в борьбу категория до 70 килограмм. У нас справа Радула Давид. Слева представитель города Кишинев. Первая схватка вообще впервые у Давида. На таких серьезных соревнованиях. Обоюдный фол. Сейчас их завяжут. Степ установлен. Адулов Давид побежден. После минутной заминки, секундной, Давид чуть не расстроился, но он победил. Давид, как впечатление? Сорушет Мановый. А ну скажи, иди сюда. Все, первая схватка на чемпионате Молдовы. Желаю тебе дальше так же двигаться. Вперед. Продолжается категория 80 килограмм. Давид пока готовится к следующей схватке. Фол получен. Правый чемпион, с левой, черный майк. Вторая встреча, Радулов опять от меня справа. Let's go!
Давид, Давид. Давид. Надо аккуратно, чтобы не было замечаний. Аккуратно, чтобы замечаний не было, смотри. Проиграл, но выходит в группу Б, Давид. Дальше продолжаем. Итак, Давид готовится к второй схватке, третьей схватке. Вторую он проиграл, поэтому у него есть шанс двигаться дальше. Давид Радулов будет бороться с Сергеем Паскаль. Так, Радулов готов, ждем. Соперника в категории до 70 килограмм. По футболке видно серьезный соперник. Ну что, Давид, попробуй. Судьи совещаются потом. Проиграл. А, нет, нет, это фол был. Все, продолжаем. Не проиграл. Все, ждем категорию 85 и 90.